Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем в Brawl Stars. И сегодня мы будем открывать банки. Давайте поставим, пожалуйста, лайк на видео, чтобы у нас открылся какой-нибудь легендарный боец. Ну что ж, попробуем. Монеты, очки силы Леон. Шелли получает очки силы. Кристаллы, нормально, 3 кристалла я заработал. Так, а что там на эти кристаллы? Может, что-нибудь купить будет. Так, давайте еще открываем 2 маленьких. Так, о, нет, ребята. Я боялся, что интернет заглохнет. У меня так бывало. Я открывал сундук. Такой интернет, мне пришлось перезагрузить Brawl Stars. И у меня сундук исчез. Исчез сундук, не было его. Давайте попробуем, откроем, посмотрим, кто там. Монеты. Брок. Пока. Так, ладненько. Давайте еще откроем. Потом большой еще откроем. Может быть, кто-нибудь откроется у нас. Монетки. Пока. Бул. Так, это нет, не самое, не то, что я хотел, конечно. И открываем мега-ящик, ребятушки. Ну, я надеюсь, ну, здесь-то уже точно кто-нибудь-то у нас получится. Пожалуйста, поставь лайк обязательно, чтобы кто-то вышел, кто-то выбрался у меня. Какой-нибудь легендарный боец. Ну что ж, открываем. Раз, два, три. Ну, это большой ящик. Ну, должен же быть, что кто-то же, ну, должен был. Барли. Пенни. И Нита. О, Нита, Нита моя, любимая Нита. Ну ладно, у нас ничего не выпало, ну ничего страшного. Но мы возьмем вот этого бойца. Бо, боец Бо, боец Бо. Наконец-то, боец Бо, я его открыл. Вау-вау-вау-вау-вау. Yes. Какой ты быстренький. Боец Бо, награда пути к славе 7 из 10 бойцов. Бо выпускает 3 взрывные стрелы. Его супер, установка 3 секретных взрывных ловушек. Вот такой вот у нас Бо. Ну что ж, давайте сыграем. Так, тут у меня в магазине, давай посмотрим, что есть. Есть всякие улучшалки. Так, а ну-ка, здесь что у меня есть? Скины, скин есть. Ну, а ну-ка, скин бандит кольт, звездный скин. Нифига, он 500-ку стоит. Давайте купим. Давайте купим такую, значит, одежду ему. Прикольно. Вау-вау-вау-вау-вау. Есть, бандит кольт. Офигенный красавчик бандит кольт. Все. Потратили мы 500-ку. Так, что у нас тут еще можно купить? Пока тут ничего не будем покупать. Давайте, знаешь... Ух ты, поваренок 150 стоит. 150 гемов, но у меня пока нету. Извините, ладно. Пока тебя не смогу открыть. Ну, а мы купим вот эти всякие улучшалки. Давайте. Очки силы Дэрил. Потом очки силы Барли получает немножко. Вот это Булу обязательно надо купить. Очки силы. Конечно, конечно, конечно. И Шелли. 172. Она у нее дорогая, смотри, дорого стоит. Ну, ух ты, зато мы уже разблокировали улучшение. Ладненько. Ну что ж, поехали. Поехали. А играть я сегодня буду не за Кольта, ребятушки. А играть я буду сегодня за Бо. За Бо. Давай, Бо, поехали. Посмотрим, как ты играешь. Чё кого? Чё кого, чё почём? Сейчас проверим тебя. Ну все. А то меня эти орлы уже достали. Так, ну пока он это самый. Ох, он набирается медленно. Медленно набирается, ну ладно. Так, орел, ребята, это орел, это птица, гордая птица. Кстати, надо будет с Такой сыграть, у нее будет ворон, а у меня будет орел. Будем играть сегодня. Обязательно, может быть, даже сегодня я позвоню. Если она захочет, будем играть за птиц. За птиц будем играть. Получай, Дэрил, вонючка. Убила тебя. Давайте мы еще вот этот откроем. Сундучок. Все. Мы еще и Дэрила убили. Он меня доставал. В прошлой игре. Так, этот мы все забрали. Тихо, тихо. Нифига, нифига, нифига. Меня чуть не убило это отравляющее облако. Нам нужно захилиться где-нибудь. Сейчас здесь захилимся. Нифига там, смотри, сколько орлов много. На, получай. Столкновение, прикинь. Так, 2 орла играют. Офигеть, 2 орла. Так, вижу вкусняшку. Вижу вкусняшку. На, получи. Чё, ты не хочешь получать от меня? Так, вот нифига у меня тут вкусняшек-то много. Всё. Он мне подорвался под моими бомбочками. Клёво, клёво, клёво. Клёвые бомбочки. Второй ранг я получаю сразу.
Крутяк, крутяк. Еще получаю жетончики. Офигеть. Ага, я получил за ранг и за новый уровень эти жетоны. Ну ладно, играем снова. Да, играем снова. Ну такой вот орел. Два орла играли. Два орла. Нифига себе. Так, хорошо. Ага. А вот этот сразу возьмем. Давай, открываем. О, еще один орел. Да сколько у вас орлов-то, алло? На. Да ё-моё, открывайся быстрее. Ладно. Я бы сейчас вкусняшку какую-нибудь съел бы, я тебя зафигачил бы сразу. Так, кто-то потерял баночку, ребята. Сейчас мы эту баночку заберем. Так, Барли, привет, тебе не надо подарков от меня. Во! Получил Барли, дурачок. Так, Дэрил, на, тоже. У меня куча стрел до тебя есть. А куда ты убегаешь? А чё ты убегаешь-то? На, получай. Сейчас он взорвётся. Взорвался. Прикол. Прикольные бомбочки, кстати, офигенные. Офигенные. О, вкусняшка. Тут даже две вкусняшки, ребята, лежит. Просто так лежит две вкусняшки. На, орёл. Есть, я его убил. Так, теперь вот этого убить надо. Так, ладно. Сделаем, знаешь как? Просто берем вкусняшку вот эту, открываем вот эту штучку. Так, у меня теперь уже 7 ящиков я открыл. Так, а где же этот дурачок? А, дурачка нету. Подождем его. А что ждать? Пошли. Найдем. Вот он, Брок, спрятался. Дружище, Брок, ты чё? Ты чё прячешься от меня, дружище? На, получай подарки. О, вот это орел вообще тема. Слушай, это тема офигенская. Прокачали. Третий ранг. Кстати, я заметил, за орла мало кто играет. А вот, например, когда я играл в прошлой серии за Эль Прима. Ой, было много Эль Примов, кстати. И очень было много этих самых, слушай, господи, орлов очень много было. Я не знаю почему, в чем прикол. И тут я беру орла. На, вонючка, думаешь, я тебя не побеждю? Я тебя побеждю. На, получай, гад. Нет, он живой. Ладно, он мне мешает, мне нужно эти баночки собирать. А я бегаю за ним. Я его потом щелкну. А, Нита, вонючка, иди нафиг отсюда. А, убили меня, ё-моё. И Нита умерла. Да, вонючка ты, Нита. Чё ты вот... Ладно, давайте последним, ребята, за... за моими подарками, которые я оставил. Подорвётся кто-нибудь за моими подарками или нет? Вот это мне интересно. А интересно, орлы друг у друга видят вот эти бомбочки или нет? Жалко, конечно, что мне так... Я попал в тиски. А, всё, тебя сейчас зафигачит орёл. Спасибо, орёл. Хоть ты этот самый, но... Все равно как бы я теперь за орла. За орла я как бы... Потому что я же тоже орел. Мы два орла, поэтому мы друг за друга. Конечно же, играем. Так, а что ты там прячешься? Ё-моё, ты орел. Давай, иди. У тебя стрелы есть. Ты что прячешься? Ой-ой-ой-ой-ой. Дурачок. Вот такие дурачки, а. Ты что? Ты имя орла-то... Ты зачем вот имя орла вот так вот портишь? Вон, вкусняшка, иди быстрее забери. Смотри, нет, он решил так пойти. Вот и все. Ой-ой-ой-ой. Я не знаю вообще логику его. Логику вот этого героя, которого ты играл. Да. Давайте играем снова. Сейчас я вам покажу, как надо играть. Угу. Прятался, бегал там. Так, вон где я нахожусь. Идем сюда. Да, я хочу вот эту штучку. Так, еще один удар. Есть. Давай вот этого стрелка. А, куда ж ты стреляешь? Ты в этого стреляй, алло. У тебя враг вот здесь. А, все, убил его. Ё-моё. Чуть не умер я. Да он что-то бегает то влево, то вправо. Чуть не погиб. А я не хочу погибать. Я хочу играть тут всех. Фигачить. Так, вкусняшка. Сейчас Дэрил возьмет, нет? Дэрил не взял. Да он и не берет, смотри. На тебе, вонючка.
Да ты чё там? Ой, дурачок, смотри. Он берет банки, открывает. Ну ладно. Открывал банки, так открывал. Орлиная твоя голова. Надо было во врага стрелять. Я не знаю, разработчики сделали так вот не очень. Не очень умно. У тебя вот враг стоит в 1 сантиметре. Ух ты, там бомбочка была. На, сейчас взорву. Да ё-моё, давай, беги быстрее. Да, он убежал. Ну, Дэрил, он бочкой. Сыкло какое-то убежал. Давай я его сейчас найду. На, ты чё делаешь, а? Алло. Так, ребята, столкновение. Столкновение. Так, тихо. Есть, убил его. Хорошо. Хорошо. Молодец, Орел. Вот так вот, ребята, я хотел показать, как надо играть. А, 4-й ранг мы получили. Угу. И боевые жетоны еще нам дали. Ну, неплохо, неплохо. Такой вот у нас игрок. Ворон. О, ворон, говорю. Орел, конечно же, орел. Вот так вот он стоит. Вот так вот он. Такой вот красавчик. А, смотри, у него шапочка какая интересная, бейсболка. Так, а здесь у нас, ребятушки, деньги. Давайте заберем. 50 монет. Неплохо, неплохо у нас. О, очень даже неплохо. Скоро ящички откроем. Это хорошо. А кто у нас потом следующий будет? Боец Тик. Вот этого я хочу. Я хочу бойца Тика. Так, боец Тик. А у нас еще там кто будет? Боец 8-бит. Ну, он так не очень. Я играл уже. А, вот боец Эмс классная. Вот ее тоже хочу открыть. Она пшикает, пшикалкой такой. И потом у нас будет в конце. А, и все, это боец Эмс последняя. У меня что получается? Раз, два, три. Осталось 3 бойца открыть на пути к славе. Офигеть, нифига я много подкрывал как. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! А, кстати, даже, кстати, хотел сказать. Передавайте все приветы. Я передам эти приветы потом в следующем ролике. Напишите под роликом привет. И я тебе передам привет в следующем ролике. Ну, обязательно, конечно же, поставь лайк. Всем пока-пока!